Раз, раз, всем привет. Ага. Правильно я понимаю, что меня слышно и видно, и я могу начинать свой рассказ. Правильно ли я понимаю, что меня слышно и видно, что я могу начать мой рассказ и что аудитория присутствует? Потому что по интерфейсу я не совсем понимаю. Ага, ну хорошо. Вроде вижу комментарии. Я не знаю, сколько здесь людей, не знаю, кто присутствует, не знаю, насколько хорошо меня слышно, но вроде хорошо. Вот. Меня зовут Александр Насонов, а некоторое время назад Арсений Илюшиц попросил меня выступить и рассказать о том, что я знаю о продюсировании компьютерных игр. Так получилось, что я продюсер компьютерных игр и довольно долгое время работаю в этой отрасли, в этой стезе. Поэтому я сегодня попробую немножко об этой профессии рассказать. В целом я в индустрии компьютерных игр с конца 2005 года. Вот. Начинал я еще в Акеле, в отделе локализации. Потом несколько лет работал геймдизайнером на разных проектах. И в конце, наверное, 2009 я стал продюсером. В 2011 я основал свою студию первую. И вот с тех пор и до текущего момента я продолжал создавать студии мобильной разработки. Их было три последовательно, одна за другой с разной историей. Третья существует вот, и в текущий момент. И вот в этих студиях я получил свой опыт продюсирования разработки мобильных игр. А еще вот с этого года я работаю в Минском Сайбере, Cyber Interactive. И сейчас занимаюсь еще продюсированием порта большой, крупнобюджетной, почти AAA игры на приставке. Я могу кое-что рассказать об этом проекте, но деталей пока не могу рассказать, потому что он еще не анонсирован. Вот поэтому я буду иносказательно просто рассказывать то, что так или иначе, в целом могу рассказать. Кроме этого, если говорить о моей какой-то экспертизе в вопросе, в 2008 году я защитил кандидатскую диссертацию по экономике глобальных многопользовательских компьютерных игр на тему по предмету экономика и управления народным хозяйством. Соответственно, вот я в некотором смысле кандидат наук по компьютерным играм. В целом, мое портфолио в роли ведущего геймдизайнера или продюсера, оно включает в себя как небольшие мобильные проекты относительно, так и относительно крупные вот десктопные проекты. Поэтому и тема была заявлена о том, что я попробую сопоставить то, чем занимается продюсер на больших проектах, и то, чем и каким образом он занимается на маленьких мобильных проектах. Я попробую немножко рассказать об этом и какие-то забавные, содержательные, интересные примеры из собственной практики тоже сказать. Собственно, вот в качестве
анонсы, чтобы понятно было приблизительно, чем мне приходилось заниматься. Я сейчас, наверное, запущу пару трейлеров мобильных игр, которые я спродюсировал, просто для того... Они забавные, веселые, поэтому они, я надеюсь, поднимут всем настроение, и лекция будет благодаря этому веселей. Сейчас я попробую запустить шаринг экрана. А вы дайте знать. Так. Собственно, это некая такая первая часть рассказа о тех играх, которые я упомянул во время своего этого небольшого доклада, лекции. И это «Капитан Антарктика». Это мобильная игра второго, так сказать, потока мобильных игр на iOS, выпущенные в 2012 году и конкурирующие тогда с Angry Birds, с Jetpack Joyride, с господи, Зептолабовской Omnom, забыл, как он называется. В общем, мы фичерились на главной странице в App Store в Америке. Мы достаточно сильного успеха добились, но не такого масштабного, как указанные игры. Кроме этого, я немножко расскажу про мобильную игротеку с Барбоскиными. Это одна из первых мобильных игр и портал, сделанный по лицензии, а по сути там сделанный в копродюсерском таком ключе с московской, с российской, с питерской студией «Мельница». Расскажу немножко про «Зеленую шапочку». Это большая детская интерактивная книга, которая была выпущена тоже с
использованием 11 языковых локализаций, каждая из которых озвучивали люди масштаба Николая Дроздова или немецкого актера, известного, снимавшегося у Стивена Спилберга в фильмах, которого я сейчас от волнения забыл имя. Ну, в общем, тоже большой проект, и мне будет о чем рассказать. Немножко расскажу про последний проект, который мы делали, Cats vs. Pigs и Cyberpunk Hero, который сейчас доступен в App Store, в который можно поиграть, посмотреть. И кроме этого, я упомяну, соответственно, большие, крупные проекты. Это большая игра от украинской, ну, она такая международная студия, она существовала в период где-то, получается, с 5 по 11 год, Voxter Entertainment, по 13 год даже, на самом деле. И это была одна из первых ММО-шутеров, игра называлась Crimecraft, и конкурировала с одним из первых ММО-шутеров, который создавал автор первого и второго Grand Theft Auto. Вот. Расскажу немножко про десктопное ММО Мезолит и немного расскажу о проекте, который я продюсирую сейчас в Минском Сайбере, который не следует мне называть, но который, в общем-то, легко, если немножко там будет погуглить и понять, о чем идет речь. Вот, ну, то есть, в целом, наверное, опыта у меня достаточно, чтобы рассказывать о том, какова роль продюсирования в игровой индустрии. В целом, чтобы понять, вот, что есть продюсер и чем он занимается, можно попробовать для себя представить вот такую шкалу, в начале которой будет... Я не знаю совершенно на самом деле о том, это я сейчас ремарку небольшую сделаю, какая аудитория, кто слушатели и насколько люди понимают вообще в целом, какие отрасли участвуют в разработке компьютерных, мобильных, приставочных игр. Но в целом полагаю, что люди так или иначе понимают. И вот поэтому я и сразу без какой-то ремарки обозначаю, что вот есть технический геймдизайнер, проект-менеджер, исполнительный продюсер и продюсер. И это вот шкала того, насколько люди участвуют в разработке игры и насколько они работают руками или головой, можно так сказать. Вот продюсер, он находится правее всего в этой шкале. Ну, то есть, понятное дело, что все работают головой, но вот технический геймдизайнер – это та должность, которая больше всего связана с непосредственно с тюнингом игры, с ее... Это, ну, почти такой программист, который не программист, да? А продюсер – это тот человек, который отвечает за то, чтобы проект в целом был выполнен, реализован, выпущен на рынок и принес прибыль. То есть он... его должность – это ответственность в целом за проект и в целом за процессы и за финансовый результат. Но если двигаться все время по чуть-чуть к этой шкале, то каждый из этих людей – продюсер, исполнительный продюсер, проект-менеджер, геймдизайнер и технический геймдизайнер – он всегда очень находится в промежутке между, соответственно, двумя другими. И в этом смысле в индустрии, особенно там в начале десятых годов, когда жила предыдущая инкарнация сайта DTF, была распространена поговорка
тот плох тот геймдизайнер, который не хочет стать продюсером. Вот. И, соответственно, на проектах небольшого масштаба, как бы и экстремальным проявлением которых являются вот и сейчас наверняка всем известные гиперказуальные игры, то продюсер, ну, даже нет, наверное, это не совсем правильно. Мы сейчас пока не будем их даже вообще трогать, потому что там вообще совсем другая система, которая вот, по сути, не существовала до момента там 2-3 лет назад, да? Вот. А просто в целом, если говорить о небольшого масштаба мобильной игры, то в них, на таких проектах продюсер так или иначе участвует во всех аспектах разработок руками тоже в том числе, да, то есть он работает и с командой, и с документами, с процессами, то есть ведет их непосредственно являясь участником этих процессов и процедур. А большие проекты, AAA-проекты, приставочные, десктопные проекты, в которых команда может включать в себя там 50-100 человек, то в таких проектах продюсер – это в первую очередь работа с людьми и координация информационных потоков и потоков отношений между людьми. И тут намного меньше творчества, потому что, ну, я понимаю, что многие, когда хотят узнавать про индустрию компьютерных игр, всегда запрос стоит о том, насколько это творческая работа, насколько в ней можно вот реализоваться в смысле генерации каких-то идей, креативов, творчества, самовыражения. Вот на больших проектах у продюсеров никакого практически творчества и самовыражения нету. Если человек хочет так или иначе творчески самовыражаться, то надо понимать, что продюсер – это, ну, работа такая менеджерская, и там выражение идет не в том, какой проект ты создаешь, а в том, какую команду ты создаешь. То есть это, наверное, ну, вот, то, что касается творчества, это к креативным директорам. И там, конечно, ну, важно, соответственно, ну, соответствующее образование, соответствующие навыки. Но на каком-то уровне, на уровне небольших команд, там 10, 15, 20 человек, ну, скажем так, там 5-15, да, то грань вообще между всеми отраслями сильно стирается. Это как вот часто любят рассказывать про стартапы, в которых есть только небольшое количество людей, и в которых каждый участник занимается, ну, всем, и многие могут быть заменены друг другом. Вот в этом смысле на маленьких проектах продюсеру приходится много работать, участвовать во всех творческих процессах, и в этом смысле, ну, выступать и геймдизайнером, и координатором арта, и иногда и сценаристом. Вот. Но по мере увеличения проекта, по мере того, когда роли в команде становятся более инкапсулированы и ответственности становятся более узкими, то продюсер становится в этом смысле творцом команды как самой производственной, так и творцом взаимоотношений между командами, которые участвуют в разработке. Потому что, ну, во-первых, в целом направлений и отраслей в разработке игр, их приличное количество. Это геймдизайн, который включает в себя системный дизайн, нарративный дизайн, левел-дизайн. И в случае вот с мобильными играми это еще и дизайн в области монетизации. Это арт,
который тоже включает в себя разные отрасли и концепт-арт, 2D-арт, 3D-арт, анимации, motion design. Это непосредственно сама разработка, которая включает в себя серверную разработку и клиентскую разработку. Это маркетинг, который тоже в разных отраслях совершенно по-разному работает. Понятно, что маркетинг в области приставочных игр или десктопных Steam, EGS, и маркетинг в области мобильных игр, и даже еще и маркетинг в области гиперказуальных игр, это совершенно разные процессы, это совершенно разные люди и разные подходы. Но все это объединяется в маркетинг. HR, юристика, производственная инфраструктура, взаимоотношения между всеми этими отраслями и налаживание правильных взаимоотношений и информационных потоков между участниками, между ключевыми участниками этих процессов, это и есть область, в которой, ну, работает продюсер. В этом смысле как раз, ну, работает подход, что сложно сказать, что, ну, каким образом, откуда берутся продюсеры. То есть чаще всего в индустрии продюсеры действительно, ну, вырастают из геймдизайнеров или из других аспектов разработки, когда в какой-то момент человек, ну, это может быть или там художник, или программист, когда он реализует себя так в своей сфере, ну, увеличивает масштаб или качество проектов, в которые он работает, и в какой-то момент все больше и больше ему становится интересно работать, ну, не, грубо говоря, над самим проектом, а над командой. Над командой, над взаимоотношениями в команде и над ответственностью за результат в целом и в области продюсирования, в частности, ну, за финансовый результат, за некий, ну, командный результат. И тогда люди перерастают в продюсера. А просто так обучиться и стать игровым продюсером, пройти какие-то курсы игрового продюсера в целом невозможно. То есть лучший способ – это быть в команде какого-то проекта, ну, разного по масштабе, да, и иметь несколько раз за разом выпущенных проектов и понимание того, что для этого требуется и с какими вызовами команды сталкиваются в проектах. А вызовы бывают, ну, и содержательные, а бывают и очень смешные, нелепые. Я несколько таких примеров сейчас чуть позже расскажу. Вот. Что касается продюсирования мобильных игр. В целом, ну, в мобайле сейчас есть гиперкэш. Это вообще очень маленькие команды. Там, от, по сути, от одного там, до пяти человек в команде, которые делают огромное количество мелкоинтерактивных прототипов, успешные из которых начинают дальше итеративно уже большим количеством итераций дорабатываться. Обычно такие команды включают в себя или там разработчик-многостаночник, или, ну, несколько разработчиков, которые либо это там геймдизайнер, художник, программист, либо это одновременно многостаночников несколько команда. И, в общем, эта команда старается оперативно производить там буквально раз в неделю прототип новой игры, используя бесплатно распространяемые или платно распространяемые готовые ассеты по максимуму для того, чтобы производственный цикл был максимально короткий. И вот эти прототипы издатели гиперказуальных игр могли быстро тестировать с точки зрения маркетинга. И в этой индустрии продюсеры ведут обычно, ну, огромное количество, то есть это целое направление, большое количество команд они ведут.
И вот эти процессы координируют. Ну и в целом у меня опыта нету, это я знаю, как работать понаслышке. Несколько раз я участвовал в подготовке нескольких гиперказуальных прототипов, но все они были неуспешными. Вот. Дальше, в целом, вот то, что было классикой мобильного геймдева, там, начиная с релиза там, второго-третьего поколения мобильных игр и там, до момента 2-3 лет назад, это были обычно команды там, от 10 до 15-20 человек и бюджеты там, от 60 тысяч до 500 тысяч долларов. Вот. И в целом, ну, часто, ну, как я уже сказал, продюсирование вот такой игры, оно сводится к тому, что ты создаешь эту команду, ты должен найти источник средств на эту команду. Часто вот в моем опыте это были непрофильные инвестиции, потому что был очень большой бум, когда мобильных игр очень много разных людей из разных инвестиций, из разных сфер пытались вкладывать деньги. Вот. Ну и также часто, как правильно сказать, в общем, опыт того, чтобы продать квартиру и половину денег из проданной квартиры потратить на собственную студию в надежде получить суперхит, он вот у меня тоже есть. И вот эта игра, трейлер, который я показал, «Капитан Антарктика», в том числе где-то 30% ее бюджета – это половина стоимости моей московской квартиры, которую я продал в 2011 или 2012 году. Вот. Тут накладывается как бы продюсирование и предпринимательство, стартаперство одно на других, одно на другое. Вот. Ну и вот говоря про этого «Капитана Антарктика», бюджет ее был около 300 тысяч долларов, команда у нее была как раз где-то, если включая там всех аутсорсеров, где-то человек 13, наверное. Это был первый наш большой мобильный проект, который мы выпустили вместе с немецким издателем FDG Entertainment, который сейчас известен тем, что на Switch выпускает такие клоны нинтендовских игр Oceanhorn и подобные. На втором поколении мобильных игр они были известны игрой Cover Orange, Banana Kong. Вот, то есть довольно такие... Это был издатель, скажем, крепкого второго эшелона. Вот, наверное, не знаю, что добавить еще. Получилась веселая игра, которая деньги свои не окупила в итоге. И дальше я могу рассказать про кейс игротеки с Барбоскиными. Это тоже забавный и интересный кейс. После того, как так или иначе «Капитан Антарктика» не показал тех результатов, которые следовало ему показать, после всяких корпоративных перетрубаций, студия, которая разрабатывала «Капитан Антарктика», Адил Брокоси, была объединена, поглощена геймдев-отделом большого московского агентства «Аэро», которое занималось созданием e-commerce-решений. И тоже была создана студия «Бабака», которая впоследствии поехала в Минский ПВТ
И некоторое время существовала тоже в Минском ПВТ в качестве резидента бизнес-инкубатора. И вот в рамках этой студии мы делали игротеку с Барбоскиными. И ее история была очень интересная. Она показывает тоже как бы роль продюсера. И тут я на своем опыте расскажу. Люди запустили разработку портала игрового в вебе, посвященному в то время взлетающей детской франшизе, которая стала, ну, ураганной детской франшизой, потратив, ну, забухав туда почти 500 тысяч долларов, даже больше, на самом деле, в качестве бюджета. И команда, которая делала это все, была без опыта разработки игр, без опыта работы вот в том составе, в котором они делались. И, в общем, просраны были практически все деньги. И я, как продюсер, присоединился на том этапе, когда уже все ожидали то, что авторы фильма «Брат» и «Брат 2», которые сами такие ребята, в общем, похожие во многом на героев, не авторы, а продюсеры как раз этих фильмов, придут в Аэро и начнут разговаривать приблизительно таким же образом, как и герои фильмов «Брат» и «Брат 2» разговаривали со своими оппонентами, которые им не очень нравились. Вот. И для того, чтобы это не произошло, как раз я включился в команду и в роли продюсера постарался разрулить все, доделать оперативные игры из тех наработок, которые были, упаковать это все в одну мобильную игру и выпустить ее на мобайле в то время, потому что как изначально все выпускалось на флеше в умирающем жанре десктопных игр, в то время как десктопных вот, веб-игр, в то время как вся аудитория детская двигалась на iPhone, iPad и Android. И в этом смысле вот этот классический пример того, что я говорю о том, что продюсер для него, ну, он первое, он отвечает за то, чтобы проект был выпущен, а второе, он отвечает за то, чтобы вот текущая конфигурация, текущая команда, которая так или иначе собрано, работает, и есть стороны в виде там лицензиата, заказчика или паблишера, или инвестора, либо какого-то юридического правообладателя, либо еще каких-то бандитов просто. Вот. К слову, бандитов сейчас тоже немножко расскажу потом. Чтобы в итоге все-таки все эти взаимоотношения, все эти взаимодействия были поставлены на какой-то конструктивный формат, были приведены к какому-то конструктивному формату, и проект бы получил какие-то понятные, контролируемые дедлайны, и в результате работы по этим дедлайнам был бы выпущен. Вот. И вот, ну, пример с Барбоскиным, это вот тот, который я рассказал, это вот такой вот вызов, с которым может столкнуться продюсер в индустрии игр. Поэтому, конечно, тут важно хорошо понимать и технологические все вопросы, связанные с разработкой, и бизнесовые, административные, юридические вопросы, связанные с взаимоотношениями крупных корпоративных структур и их требованиям, ну, по отношению друг к другу и контрактной работе. Вот. Напротив, вот другой проект, о котором я говорил, упоминал, «Зеленая шапочка». Давайте я тоже сейчас, чтобы небольшую разрядку моего, возможно, недостаточно энергичного монолога дам. Я сейчас покажу трейлер вот этого проекта «Зеленая шапочка», о котором я сейчас упомяну, который, в отличие от
Игротек из Барбоскиных, несмотря на то, что он тоже проект для детей, он в целом довольно гармонично развивался и был реализован. Но смешную историю сейчас про него тоже расскажу. Она действительно будет, я думаю, веселая. А для начала трейлер. Little Green Riding Hood is a cheerful fairy tale about friendship, yoga, and healthy lifestyle. It is a beautifully drawn and animated story about a little girl, her grandma, their animal friends, and a hungry wolf. But don't be afraid. In this spin-off of the famous fairy tale, the wolf won't have to eat anyone. Привет, меня зовут Андрей Гордеев, я иллюстратор и йога-тренер. Я решил объединить эти два своих любимых занятия и создал проект, который называется «Зеленая шапочка». Это приложение, интерактивная сказка для всех, кто любит дружбу, йогу и здоровый образ жизни. Детям не сильно полезны всякие стрелялки и зомби, а такие истории, как «Зеленая шапочка», они сделают ваших детей более спокойными, веселыми. И если вы сами любите йогу, я думаю, что вам будет приятно с ними об этом поговорить или вместе позаниматься. Из простой и доброй идеи складывается наша интерактивная книга, которая недавно получила приз приложения года для iPad в России. Теперь, чтобы еще больше людей во всем мире смогли познакомиться с нашим детищем, мы перевели и озвучили историю шапочки на 9 новых языков и добавили поддержку большинства моделей айфонов. Я очень надеюсь, что с помощью приложения «Зеленая шапочка» тема вегетарианства, здорового образа жизни и йоги станет более доступной для большинства людей. Так, напишите что-нибудь, чтобы я хоть был в курсе, что здесь есть аудитория, я говорю не просто с компьютером, если не сложно. Есть живые? Народ? Эгей? Так, ну ладно. Николай, привет. Наверное, надо было... Святослав, привет. Сейчас играю в Mario Plus Rabbids на свече. И связано это... О, Артем, спасибо большое. Ну, отлично, я получил обратную связь. В конце, перед завершением, там 5 минут оставим еще, я могу на вопросы поотвечать. Вот. И с шапочкой прекрасная история. То есть к нам, когда мы в Бабаке выпустили Барбоскиных такие, и смогли сделать так, что Барбоскины стали в топах, заняли первое место в топах App Store по всему СНГ в общем зачете. И это был успех, там можно погуглить, мы там интервью раздавали налево-направо. Вот. Через некоторое время к
нам пришел Андрей Гордеев с наработками вот этой интерактивной книги. И так как мы специализировались на детских приложениях, он попросил нас помочь ему все доделать и зарелизить. И мы доделали, зарелизили. И в итоге получили приз приложения года для iPad в России. Вот. И дальше тоже было много фичеров, много миллионов установок по всему миру. И в том числе в Китае. И с Китаем произошла очень забавная и веселая история, которую всегда я люблю рассказывать, для того, чтобы люди особенно... там, это, наверное, сейчас не так актуально. Это, ну, в общем, мало кто знает, что в Китае есть два вида письменности. Китайская упрощенная и китайская традиционная. И шапочку мы вначале выпустили тоже на китайский рынок. Тогда еще проблем с выпуском iOS-приложений на Китае не было. Это сейчас практически невозможно ни на приставках, ни на мобильных телефонах выпустить никаких продуктов в Китае, потому что это могут делать только китайские компании, которые имеют свою собственную лицензию для этого. Тогда это было возможно, и мы спокойно в iOS выпустили, но вы сделали только китайскую традиционную. А как оказалось, в целом материковый Китай, в нем в 50-60-х годах в коммунистическом Китае была произведена реформа письменности, которая так или иначе упростила написание, хотя, конечно, для западного человека, для европейца и то, и другое, ну, разобраться с иероглифами, с то, что в Японии называется канзи, практически, ну, невозможно. Вот. И увидеть, как они там упростили, конечно, западный человек не может, но для китайцев это было существенное упрощение письменности. Там сократилось количество иероглифов и простота их написания. Но на островном Китае, который не подчинялись основному коммунистическому китайскому правительству, в Гонконге и на Тайване никакой реформы не было. А напомню, что Гонконг по итогам Второй мировой войны остался в сфере влияния Британии, а Тайвань – это оказалось место, куда правительство Гуминдан после большой революции, в результате которой пришла к власти коммунистическая партия, вот Гуминдан сбежал туда, и американцы их там защитили, не дали, в общем, японцам, ой, господи, китайцам, коммунистам добить этот Гуминдан. И, в общем, получилось, что существовало как бы 2,5 страны. Гонконг, который вроде как должен был перейти к Китаю, Китай и Тайвань. И самое интересное, что и Китай формально считает себя на самом деле, китайская компартия считает себя полноправным властителем Тайваня, а Тайвань – это просто беглая территория, сепаратистская. А Тайвань считает себя, на самом деле, легитимным правительством всего континентального Китая, но просто как бы формально там происходят какие-то процессы революционные, и потому вот они по факту не являются ими. В общем, для западного человека это, там, непосвященного, не китаиста, часто это ничего не известно, и уж тем более, казалось бы, какое это имеет отношение к детским мобильным приложениям. Так и мы не знали ничего этого. И когда встал вопрос о том, чтобы указать в списке локализаций отдельно две локализации, то мы столкнулись со следующей проблемой. Изначально, до того, как мы делали две отдельные китайские локализации, у нас, так как это детское приложение, то там просто флажки в качестве символов выбранного языка указаны с подписью. И понятное дело, что возле китайской локализации привычный всем китайский флаг.
А, соответственно, когда мы добавили китайскую традиционную, мы могли или Гонконг, или Тайвань использовать в качестве флага, символизирующего вот эту самую традиционную письменность китайскую. И мы, не узнав, не проведя правильную проверку, вообще ресерч вопроса, смело указали тайваньский флаг и отправили все в релиз. И, в общем, буквально в течение 2 дней после релиза у нас перестал работать сайт, а в приложении везде поперли колы, и к нам повалил спам на почту. Оказалось, что в Китае есть своя КГБ, которая следит по всему интернету за тем, чтобы нигде никогда не использовался флаг Тайваня в качестве символа китайского языка. И если такой флаг появляется, то они всем своим отрядом ботов и работников атакуют сразу в вебе все такие организации. Соответственно, под удар попало наше приложение, наш сайт, наши почтовые серверы. В общем, нас китайское КГБ сразу же повалило. Но самое страшное, что мы оказались в безвыходной ситуации, потому что, ну, точнее, как бы, ну, мы вышли, но с большими потерями. Потому что после того, как мы в срочном порядке вернули флаг Гонконга, ну, который терпим китайским правительством, то нам стали сыпаться колы в, как раз с Тайваня, потому что, значит, мы в этот раз проявились не как экстремисты, а как, наоборот, коллаборационисты. И, соответственно, когда ты выпускаешь вот продукт с китайскими локализациями, ты должен понимать, что ты будешь либо экстремистом в глазах компартии, либо коллаборационистом в глазах жителей Тайваня и Гоминдана, и так или иначе тумаков получишь. То есть вот еще один аспект того, с чем может столкнуться продюсер в области мобильных игр. Так, ну вот это уже на самом деле остается 13 минут до конца лекции. Я немножко рассказал про мобильные игры. Надеюсь, более-менее стало понятно приблизительно, из чего состоит работа и какие веселые случаи случаются. Вот. В двух словах расскажу тогда про большие игры. То есть вот еще раз. Большие игры, там совсем, ну, там намного больше масштаб, да, то есть это команды, в которых там 40 человек, это минимум, с которого начинается, и там, ну, грубо говоря, там 5-10 миллионов долларов, это вот тоже в текущий момент в индустрии, это такой средне-минимальный бюджет только на разработку. И, соответственно, очень большие команды, очень большое количество разных юрлиц, разных агентов, в смысле вот, акторов сделок взаимодействуют между друг с другом. Это и платформодержатели, там Sony, Nintendo, Microsoft. Это и паблишеры, это и инвесторы, которые там, ну, глобальные. Соответственно, это большое количество отделов больших корпораций взаимодействуют друг с другом. А при этом как бы продюсер выступает ключевым ответственным лицом. То есть он, если разные отделы ведут свои процессы и процедуры в рамках своего как бы департамента, то продюсер выступает в рамках проекта. Его цель – довести в этой структуре проект до конца и до релиза, и, соответственно, аллоцировать все необходимые ресурсы из разных отделов, из разных юрлиц, из разных корпораций, из разных сторон сделок
понять все эти необходимые ресурсы, зафиксировать их где-то, чтобы любая страна могла обратиться к необходимым документам, к базам данным, к пониманию тому, что и в какой момент нужно и когда нужно что отслеживать. И в результате вот такого объединения между производственной командой, между маркетинговой командой, между юридической командой, между продюсерской командой, потому что на таких проектах обычно продюсеров не один, а это целый продюсерский отдел. То есть есть ведущий продюсер, который часто продюсерами выступают учредители компании. Вот. Кроме учредителей есть еще наемные продюсеры, то есть вот то, что я говорю, как исполнительные продюсеры, ключевое слово исполнительное, да, то есть если продюсер-учредитель, он в целом на уровне отношений взаимодействует со всеми сторонами, он осуществляет первичные контакты, знакомства, давление какие-то административные, да, то исполнительный продюсер, он от слова исполнять, да, вот он следит за всеми дедлайнами, документирует все процессы, ведет всю там переписку, всю организацию, вот. И в итоге, дальше этих продюсеров несколько, каждый из продюсеров может отвечать за разные аспекты. Это может быть креативный продюсер, это может быть там продюсер, который плотно взаимодействует с отделом дизайна, это может быть маркетинговый продюсер, то есть на больших крупных проектах продюсеров много, и они заведуют разными аспектами разработки и взаимодействия разных отделов людей, отвечают они. Вот. Чтобы понять, часто продюсеров и проджект-менеджеров путают, вот, проджект-менеджер – это часто именно человек, который занимается микроменеджментом, то есть вот в жире, в системе задач и оборота он следит за тем, чтобы именно на микроуровне маленькие задачи были правильно распределены между исполнителями, контролировались, то есть приблизительно так же, как и в целом вот в разработке проджект-менеджеры занимаются. А продюсеры, если я правильно понимаю, у вас StreamYard, наверное, компания, вот как раз, которая занимается разработкой или заказной разработкой, это в некотором смысле вот project owners или product owners. Вот. Вот, наверное, как-то так. Я думаю, что в целом надеюсь, что мне какое-то удалось у вас создать понимание. И остается у нас 6 минут. Я буду рад ответить на вопросы, которые у вас есть. Я правильно понимаю, что вопросов нету никаких? За последнее время, на ваш взгляд. Я не смогу сказать, лучшая игра за последнее время. Я могу просто субъективно сказать об игре, которая долгое время была источником моего вдохновения и вот игрой, которая заставила меня в некотором смысле прийти в индустрию. Это Last Guardian. Она очень романтичная,
и очень такая, ну, очень романтичная, да. Очень романтичная и очень, господи, я забыл, какой эпитет. Масштабная, трогательная и романтичная. То есть вот если говорить о каких-то играх, которые вдохновляют меня, то это Last Guardian. Ну, она вышла-то уже давно, много лет назад, но просто она очень сильно запала. Тем более, лучшая игра за последнее время, это игры, смотря на какой платформе, смотря в каком жанре. А напишите, кто присутствует в чате, кто аудитория у вас, какие игры любимые, ну, там, в любом жанре, на любых платформах. Крутая игра. Котор тоже крутая. Я так понял, что потихонечку мы приближаемся к концу. Арсений, спасибо еще раз большое за то, что пригласил меня. Давайте тогда потихоньку заканчивать. Спасибо большое. Не знаю, сколько и кого тут было. Артем, Арсений, Николай, Святослав. Счастливо, был рад знакомству.